Всем привет, ребят! Ну что, вот и началось обновление, точнее уже закончилось на английском сервере. Есть много того, чего мы не посмотрели в первый раз. Я вам сейчас это покажу все наглядно. Сейчас посмотрим, кстати, какие нам паки добавили. А, вот без итема. Не обновил, видите? Не обновил, у меня нету здесь, скорее всего, эти карты. Так, и здесь тоже добавили, скорее всего, карты. Сейчас посмотрим. Так, давайте зайдем еще разок. Видите, я зашел без обновления, и у меня просто их не видно. Надо обновить там клиент. В общем, нового героя называют Фобос здесь на английском сервере. Но у нас, скорее всего, тоже будет Фобос. Или опять они запилили. Обнову запустили, а этому надо обновлять. Через Play Market, скорее всего, да. Поехали в Play Market. Путь храбрых. Так, где там наша US-ка? Так, DE, Brave Squad, вот это наша, по-моему, US-ка. Тан-тан-тан-тан-тан. Обновляем и идем. Сейчас будем с вами трэшевать. Искать потом новую имбу. Я вам покажу по созвездиям, что у меня уже на топовом аккаунте есть по чаркам. Открываем чарки. Героя я вам, в принципе, показал. По поводу локации, я думаю, с гильдии соберусь с ребятами, побегаю, покажу вам, как фармится новая лока. Заодно сейчас и посмотрим, что там у нас по итамам. Видите, как-то они промолчали про седьмые чары героев. Но, блин, это просто жесть, честно говоря. Так, ну новую акцию я вам показал, что она открылась. Возможно, завтра будет на русском. Вот оно. 5 карт продают. Точно так же за большой пак. Дополнительно. Здесь уже продают 9-е мешки. Вот так вот здесь можно достать скин. Но это опять же и 9-е, ребята. Вот они, 9-е руны. 10-е, точнее, руны, а не 9-е. Вот с этих паков они достаются. Удивительного ничего не вижу. В общем, вот как-то так. Все остальное вроде они не меняли. Осталось на прежнем. Ну, не знаю. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу этого. Будем ждать, когда они уже начнут продавать десятые. Ну, хотя десятые таланты, куда их еще нету. Ну, в общем, это на сменку. Поехали, покажу вам, тем, кто не видел, прикол в снаряге, где будет шестой левел. У меня сейчас я вам покажу. Пятерка, пятерка, пятерка. Видите, пятерки. Вот шестерка есть. Здесь шестой. Почему? Потому что у меня на героя наролены везде все эти. Вот за ордена 1-3 плюс 37 силы. То есть таким вот образом можно будет подроливать. Еще дополнительно заходите. Я вам скажу так, 2000 орденов, но статки здесь реально классные даются. Даже на первом левеле у каждого героя статы очень хороши. Вот видите, у меня здесь плюс один. Ну, надо еще одну ролить, чтобы было плюс одна чарка. Но это реально будет круто, когда вы прокачаете все. Ну, надо... Теперь надо на всех героях реально
качать как минимум 6, чтобы активировать хотя бы один бонус, потому что отсюда вы этой активацией, скажем так, много не вытащите. Вот тройка, 1080 как 2, вот тройка как 2, реально. Единичка. Не помню, на ком, у меня там, по-моему, еще на ком-то на Бигфуте, если я не ошибаюсь. А, вот здесь, кстати, тоже. Вот, две тройки, плюс 50 тысяч. Если ролить за самоцветы, вот пятерка, 1500 атаки. Но я не могу остановить, видите? Вот тоже круто, 1500 атаки, но пятерки падают. Один, три. У, ничего себе, посмотрите, вот это да. И у нас появился сразу же на нем плюс один, у меня здесь недомогание стоит. Вот так вот. Неплохо, да? Сразу же пятерку. То есть пятерку реально вытащить за самоцветы. Я не знаю, я на Тайване ролил, там, конечно, сложновато было. Здесь криты у нас пошли. Два крита. Вот смотрите, четверка, пятерка. Блин, да нормально падает. Можно и за самый, в принципе, ролить. В общем, вот так вот. Надо будет мучиться очень долго. Но я думаю, стоит оно того, не стоит. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Но бонусы однозначно, я вам скажу, даже вот потратить 300 самого, смотрите, пятерка на точность для бездоната, это реально, это просто круто. Я считаю, плюс крит там, ну вот так вот. То есть можно будет нормально поднимать обратно же на каждом герое силу. В общем, этим мы займемся потом. По поводу новой локации я вам уже, в принципе, все показывал. Что и как. Нового героя, понятно, мы будем тащить. Скин на него еще мы не скоро. Десятые таланты, это просто аут. Вы тоже их уже видели. Но вот чары самые интересные. Вот заходите в чарки и смотрите. И вот так вот можете себе щелкать и посмотреть, сколько какая чара будет давать. То есть прирост. Ну вот реально, Holy Conviction. Обалденно. Просто обалденно. Даже на шестерке уже прирост. Причем конкретный. Семерка еще лучше. Здесь пятерка, шестерка. Ну, такое. Например, здесь атак спид идет 30, тут уже 50. То есть, кто его знает, что оно даст, как оно будет, но нереально есть крутое. Вот на урон вообще обалденно. На пятерке 25-15, а тут уже 55. Отхил тоже классный, но кулдауны не уменьшаются, поэтому вот так вот. Ну, в общем, ничего страшного, ничего сложного, как видите. Я думал, что будет, конечно, все похуже, но я вам скажу, за 300 самов реально ролить нормально. Звезди открываете, 300, 4-4 выпало, плюс 29 силы. То есть можно пробовать и вытаскивать отсюда и пятерки. Конечно, понятно, без доната эти 300 самоцветов реально долго копить. Ну, я знаю, что такое накопить там 1000 самов за сутки позадротить, но я скажу так, что лучше потратить их здесь, в этой роли, чем вот здесь, где вы там пятерки все вытащите, потому что здесь намного круче статы. Если вы здесь тройку, вот единичка, ладно, уступает, вот двойка уже круче намного, чем пятерку вы вытащите. Понятно, что здесь два только, но если повезет, то реально можно нормальные статки вытащить для героя. Вот 4, 4, 3. Короче, можно за самоцвета, либо же, чтобы не париться, то картами четверки, пятерки. Но карты дорогие сейчас, они бессмысленны, скажем так. Вот так вот. Насчет этого, а больше такого ничего нового, я вам уже все рассказал, предыдущие обновы. Здесь я вам уже показал сумочки, в общем, ждите веселого роллинга. Ставьте, как обычно, лайки, пишите комменты, что вы думаете по поводу обновления. Вот пятерку вытащили. Ну, потратили мы 1005 самых. Ну, вытащили пятерку.
Вот такие вот дела, ребят. Такая вот обнова. Добавили этого Фобоса. Будем его сейчас выбивать, трешевать, а потом уже дальше будем определяться. Ну, вот так вот. Все, всем удачи, всем пока.